переходы вниз. Данный переход очень простой. Я знаю, что вы его освоите с первого раза. Первая деталь. Встали на носочек и поделали вот такое движение. Движение вниз. Именно на носках мы будем делать разворот. Приподнимаемся на носки. Сейчас наши ножки приклеены к полу. Мы их не открываем. И начинаем закручиваться в левую сторону, назад. Давайте вместе со мной на носочках. Закутываемся. Оп, дошли до такого положения, что наши ножки смотрят вперед. Теперь продолжаем закручиваться. Оп, наши ножки запутались, и нам уже дальше никак не продвинуться. Мы смотрим назад. Теперь слегка садимся, приседаем. Мы почувствовали, что мы можем еще докрутиться, и докручиваемся. В итоге вы должны сесть в такое положение. Одно колено сверху, другое снизу. И мы сидим на носочках. Сядьте вместе со мной на носки. Носки в пол, а мы сидим на пятках. Носками в пол. Левую ножку выпрямляем и сгибаем под колено. Одно колено у нас сверху, другое снизу. И мы попой сидим на пятке, а носок в пол. Деталь, которую нужно учесть. То, что ноги, как я уже сказал, мы не открываем. Ножки у нас запутываются. Движение делаем на носочках, так, чтобы они у нас проскальзывали. Доходим до положения, когда нам уже не так закрутиться. В этом положении мы слегка высаживаемся. И колено, которое будет сверху, сразу же идет вверх, выше. А колено, которое в пол, уже идет вниз, стремится в пол. Докручиваемся, заворачиваемся и сели в нужное положение. А теперь соединяем все детали вместе для того, чтобы это движение было правильным. Встаем на носочки. Смотрите, чтобы ваши ноги были не слишком широко и не слишком узко. Самое комфортное – это ноги на ширине плеч, как сейчас у меня. Начинаем движение. Закручиваемся. Закручиваемся. Теперь слегка присаживаемся. И доворачиваемся, докручиваемся. Сели. Одна нога сверху, колено, другое колено снизу. Данный заход с крутка можно делать как в левую сторону, так и вправо. Давайте попробуем вместе в правую сторону. Все то же самое. Встали ножки на ширине плеч, приподнимаемся на носочки и начинаем движение назад, в правую сторону. Оп. Присаживаемся, закручиваемся. Хорошо. В данном случае у нас левая нога сверху, колено левой ноги, а колено правой ноги снизу. Все то же самое. Если вы хотите узнать что-то новое и научиться, подписывайтесь на наш канал. С вами был Алексей Щечкин, школа танцев «Свои люди». Пока!